И снова всем привет. Ставьте лайки обязательно под этим видео и подписывайтесь на этот канал. Сейчас мы будем проходить специальный мануальный массаж и делаем руки. Руки, соответственно, мы делаем в нескольких позициях. Вот в такой позиции, вот третья позиция, четвертая позиция. Кладем наверх и тут масла много не надо. Буквально вот по капельке на всю руку. Сразу также идем от общего к частному, растираем всю руку целиком, продольно, вдоль всех мышц, поперечно. И, как я говорил, зона у нас делится в обратной последовательности от сердца. То есть сначала вот плечо, потом будет сначала дельтовидные мышцы. Здесь три пучка. Каждый пучок растираем по отдельности. Передний дельтовидный пучок, средний и задний. Можно еще круглую мышцу тоже захватить, растереть. Теперь поперек растираем их. И разминаем передний пучок отдельно. Поперек, вдоль растянули его, средний пучок отдельно разминаем, поперек и вдоль его растянули, задний пучок и в длину растянули, поскручивали их всех вместе, туда-сюда, и теперь бицепс и трицепс. Также бицепс отдельно размяли и растянули. Трицепс отдельно размяли и растянули его. У некоторых столов есть такие уши сюда крепятся. Ну, можно и без них. Например, удобно положить на колено и размять с этой стороны. Я делаю еще проще, просто на локоть вешаю и одной рукой разминаю. Значит, место, где косточки крепятся, вот сухожилия, как бы тут три косточки получается, да, вот вокруг них во всех трех обходим. Место крепления сухожилия. Косточки-то не держим. Вот раз, два, три. Выпирает вот между ними. Само сухожилие и всю руку размяли. Можно еще вот так вот все маслом обмазать. Такое мягкое, плавное движение, достаточно приятное для людей. Разворачиваем руку вот сюда и на скручивание сами мышцы все целиком. До конца. И поскольку у нас массаж специально мануальный, поэтому работаем воздействием на кости связки. Взяли за запястье и крутим в эту сторону, в ту сторону. Всю руку целиком сюда, сюда за локоток. Туда, туда. В одну сторону и в другую, всю руку целиком. И тут у нас есть три точки вот между этими пальцами, они же акупунктурные точки. Зажимаем, которые ближе к мизинцу, и заднюю дельту прорабатываем. Ну, придавили там, как на него, не упрям. Прижимаем среднюю точку, среднюю дельту. Немножко приподнять даже наверх руку. Придавили возле указательного пальца и переднюю дельту. Аккуратно развернули вот так вот и положили руку
тут-то надо поближе посмотреть. Подойдите сюда, подойдите вот. Сейчас будут с самими руками интересные моменты. Значит, визуально также делим руку пополам, внутреннюю часть прорабатываем. Идеально. Сам бицепс растянули и протрясли его так. Трицепс размяли. Снизу вверх идем от локтя к плечу. Вдвое растянули. Локоть также растянули. И теперь вот эту часть тоже визуально делим пополам, внутреннюю часть прорабатываем. Внешнюю. И вдоль растянули. Вот так можно? Да, можно и так, да. Сухожилие, где крепится к запястью, растягиваем, растираем параллельно. А кулаком вторым саму руку перпендикулярно получается, растираем прям кулаком. Масло, нет? Такое одновременное движение. Ну, я масло вот отсюда снял, вот сюда. То есть не хватает, прям с руки снимай. У тебя осталось много масла, то не надо. Теперь делаем из рук куриную лапку. Это когда все пальцы расходятся в сторону на расширение. И ставим ее как раз вот, тут на сухожилие, а здесь вот между пальчиками они как раз умещаются. И вот так одновременно перепонки его растягиваем. И перепонки. Туда прям, и перепонки туда прям ставь. Извините, сюда. А эти пальцы между ними. Вот, и его перепонки так вот растягивай. Взяли, смазали все пальчики. Это масло того, которое будет, его, наверное, хватит. И теперь между своими костяшками сжимаем каждый палец в двух плоскостях. Вот в этой плоскости и потом перпендикулярно. Ну, я сразу делаю по два пальца, чтобы не тратить время. Сразу двумя руками по два пальца. Так достаточно плотно и жестко костяшками своими прорабатываем. Ставили теперь руки вот так вот, между пальцами, и открыли ладонь. Вот, прям раскрылась, растянулась. Единицы, да, в одном и том же месте. Вот эти костяшки прорабатываем, где крепятся пальцы к ладони. Всю ладонь проходимся. И два вот эти больших бугра мышечных размассировали. По кругу так можно, да. Здесь же также находятся акупунктурные точки. Вот по центру получается кишечник. Продавливаем его. Если есть болевой эффект, это нам сигнал о том, что значит что-то с кишечником не так. Захват за запястье. Поджимали вот так вот его. Само запястье как бы пружинит так. И с той стороны запястья обработали. Теперь руку согнули под 90 градусов и продавили вот сюда и вот в обратную сторону. До предела доходим. Потом под прямым углом, когда они в одну линию, с продавливанием вот в большой палец сюда.
тучами, с тучами. А вот стернул мизинец. Ну, вот сюда или вот сюда? Вот сюда. Вот сюда, да, да. А сюда мизинец. Отсеваем руку вот так вот. И как бы выдергиваем, вторую руку подлавливаем вот в воздухе рука. Чтобы она полностью расслабилась. Несколько раз вот так вот выдергивали. Теперь сами пальцы, вот где они крепятся, вот так вот перемололи как бы друг об друга. Каждый сустав проработали вот туда-сюда, прям сжимаем так плотно его, сустав, где пальцы крепятся. Здесь проработали, друг относительно друга так вот их растерли. Растерли их. Теперь каждый палец, получается, вот мы тут три сустава, да, и тремя пальцами мы их все схватили, вот получается. Так. Вот так, один палец. Вот. Да, и большим пальцем с другой стороны. Да? Не-не-не, вот так вот. Все очень просто. Да, ты далеко залазишь, не надо туда залазить. Своими крайними фалангами, вот, сюда, 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 и так вот в стороны. Можно каждую по отдельности возьмем, вот тут, все три фаланги. Раз, покрутил вправо-влево. Полусогнутый пальчик должен быть. Нет, я чуть-чуть. Так вот, просто берешь. Ну как? А, все, понял. Ты что, вот рычаг? Да, просто рычаг. Вот смотри, три пальца. Один по центру получается, три пальца получается, вот. Один по центру, два по краям. Полусогнутый палец туда-сюда. Раскрутили. До характерного хруста. Ну, один. Так, ну у него мягкие пальцы, видишь, у меня так вот в двух местах хрустнуло. Теперь также берем палец и полусогнутый, и выдергиваем его целиком. Во, слышал как? Так же, как, ну, как сочный берем, как щепотку, да. Полусогнутый. Выдергиваем так, чтобы как будто мы его отрываем. Большим пальцем так не получится. Большой палец отдельно. Вот у него тут две фаланги. Берем за дистальную фалангу. И относительно вот этой фаланги можно ее держать прямо. Перпендикулярно выдергиваем вот вверх, получается. Вот так вот. Тут держишься только за крайнюю. Только за крайнюю. Ну, если скользить, да, то можете взять салфеточку. Вот. Вот эту фалангу вот так делаешь, как курок. Нет, рука здесь, а большим пальцем, все получается, рычаг ты делаешь. Большим пальцем рычаг. Вот, ставишь сюда, на сустав. Вот, на сустав сначала мизинцем поставь. Да, большой палец, как курок получается. И в три стороны, ровно на него, чуть вовнутрь, не идеально, чуть латерально. Чик-чик-чик. Три раза так получается. Угу. Переходим на сустав ниже, вот рука туда, а здесь вот на запястье практически кладу. И тоже так вот на него, идеально латерально. Чик-чик-чик, три раза так. Во все стороны. Палец должен легко ложиться в свою же ладонь. И легко отводиться вот почти под прямым углом к лучевой кости. Так, теперь захватываем руки вот так вот, смотри, и доворачиваем на костяшках, на эти. Вот так захватили, довернули на костяшки. Сначала с этой стороны, вот так вот их подкинули, потом через мизинец.
выталкивался на косяшке и такое хлесткое движение. Слышал? То есть пальцами ты подкидываешь вверх, пока рука падает, ты подкидываешь ее вверх за вот эти костяшки. Теперь через один палец переставили сюда и развернули в противоположную сторону. Раз. И так же. Через один палец куда? Сюда? Сюда, да. И разворачивай теперь вовнутрь. Вот так большой вот здесь просто? Большой, да. Он вообще не важен. Большой в данном случае не играет роль. Только с той стороны. Ну да, он придерживает вот этот. Ну вот такое движение. Сюда поставили, довернули на косточки и... Давай я тебе покажу. Поставил, довернул на косточки, видишь? Сама рука расслабленная висит и... Так вот. В момент, когда сбрасываем вниз, пальцами поднимаем вверх резко. И они выщелкиваются, вот эти вот суставы. Ну да, да, что-то такое. Так, ну практически все размассировали, теперь пошел лимфодренаж. Берем ладонь, прижимаем и как бы вот выкачиваем из нее, не с какими качками, так выкачиваем из нее кровь. Оставили ее прижатой, а здесь ведем по всей руке, плотно-плотно прижимая к столу, до подмышки и ныряем вот туда подмышку. Вот, нажнули, и рука у нас автоматически стоит на запястье. Кулаком теперь то же самое ведем. И ныряем опять туда же. Теперь запястье также ведем, плотно-плотно прижав. И ныряем туда же подмышку. Все, остались завершающие такие действия. Протрясли ручку так. Прошлепали, протяжка такая, положили руку вот так вот, раскачали предплечье вовнутрь, полностью расслабленное, одной рукой, второй рукой, под плечо и вот так вот раскачиваем все в одну сторону. Теперь потянули на себя, можно даже приподнять человека немножко, голова висит. Вот потрясли и вернули руку в исходное положение. Можно протереть масло салфетками. Ну, а вы молодцы, что нас смотрите, а еще лучше, чтобы вы присутствовали здесь, потому что здесь реально мы вам поставим руки, и вы выйдете готовыми специалистами. До новых встреч, друзья!